Короче, всем салам, я нахожусь в Кикскутершопе. Пацаны, у которых день рождения, позвали меня сюда, чтобы я с ними покатался. Вот, сейчас хочу снять видос с ними, я думаю, получится прикольно, так что смотрите. Вот, сейчас покажу одного именинника. Вот он. Сколько лет исполнилось? 13. 13 лет, вот. Короче, давайте вы напишите в комментариях Никита и Арсений с днем рождения, я думаю, будет приятно. Сейчас покажу второго. Близнецы, что это пацаны. Такие? Как вы думаете, они отличаются друг от друга? Магазин Холлрайт мне подогнали запчасти, чтобы я их раздал своим подписчикам. Но мне кажется, будет хороший вариант отдать их, ну, как подарок, типа, Арсению и Никите. Там есть колеса. Я думаю, Арсению нужны колеса, потому что они у него разные. А Никите я отдам грипсы и шкурку. Я думаю, будет прикольно. Магазин Холлрайт, просто спасибо вам за это, за то, что подгоняете запчасти. Вот, кто хочет себе самокат там купить или еще что-нибудь, обращайтесь по ссылке в описании, просто смотрите запчасти и так далее. Вот, сейчас не знаю, как им дарить, просто это не совсем равноценный подарок. Просто колеса стоят в районе 5000, а грипсы и шкурка в районе 1500. Ну ладно, думаю, они не обидятся, потому что Арсению по-любому нужны колеса. Грипсы, шкурка. Арсений, иди сюда. Смотри, магазин Холлрайт проспонсировали. Вот. Ну, короче, да, хотя колеса. Потому что разные колеса. Они одинаковые. Сейчас будем ставить колеса. Короче, мы не можем отпустить колесо, потому что у нас нет ключа на 13. Сейчас я иду за ключом с ним. Давай. Так, все, одно поставили. Не люфтить ничего. Давай ты как брат-близнец сделаешь тоже брай. Давай. Ты как тебе грипсы? Хорошо. Oh,
Кто поставит лайк под этим видосом, дам ссылку. Кому вот это? Вот это. Кому вот это, вот это вот хуйню. Вообще не обманывай. Мне кажется, я не приму. Вдруг сработает. Смотри. Взяла. Да? Там 50 рублей, смотрите, видите? А вот половинка только. Это что это такое? Это его. Кстати, у себя в Инстаграме я устраиваю конкурс на самокат. Я делаю свой гиф. Получается, я создаю конкурсный аккаунт в Инстаграме. Там я буду разыгрывать самокат. Но для этого, для того, чтобы мне купить самокат, мне нужны спонсоры. Кто хочет быть спонсором и получить на свой аккаунт много подписчиков, около 10 тысяч, то напишите мне в директ в Инстаграме. Я вам все оформлю. Стоимость участия 3000 рублей. Точнее, не мне в Инстаграм нужно писать, но, короче, в Инстаграме будут все новости. В историях смотрите. Этот чигол хочет сделать Брайана Вип через фанбокс. Сейчас вы все увидите. А кто хочет, кстати, отдельный видос с ним, напишите. Там, не, давайте 5000 лайков поставите, тогда я пойму, что вы хотите видос с ним реально. Это дрифт, это стиль. Да, дрифт, это круто. Давай снимем обучалку, как делать брайв. Как делать брайв? Я не умею. Но можно как-нибудь? Вы хотите обучалку набрать? Вы можете написать в комментариях, хочу обучалку набрать. Да. Слышь, Фарид, давай ты должен закрыть сейчас мой видос каким-нибудь прям лютым трюком. Давай. Клипер. Давай. Какой трюк сделаешь? Я хочу сделать брайскат от... Ну, может, не надо? Флэр-скат, это слишком опасно. Нет. Надо. Давай в ванете. Надо? В ванете флэрскат. Надо стоп. Давай, ладно. Сейчас я вам покажу этот квотер, насколько он большой. Сзади вот этот, огроменный. Блин, на фишай на самом деле не видно, какой он большой. Но он, короче, большой и очень резкий. Вот. Вот так вот, я думаю, видно. Вот видите, он настолько большой, что он даже заехать на него не может. Попыточка номер два. Ой, ну со второй попыточки сделал. Ты серьезно будешь пробовать? Может, ты еще подумаешь? She's got me upside down. Да ладно! Чего? Он сделал! Никто в жизни от тебя не делал, братья. Ты просто молодец. Красава. Все, давай. Вот, пацаны, за это лайк 100%. Просто прямо сейчас ставьте. Можете на его инстаграм подписаться, Фаридга. Но он хочет сделать последний трюк. Это бэкфлип в уголок, который вы уже видели. Но он все равно хочет его сделать. Давай. Все, скажи всем пока.
пока. С вами был Влад Самокатчик. Подписывайтесь на его канал. Он достаточно прикольный. Но в последнее время он делал плохие видосы. Теперь он обещает исправиться. Подписывайтесь на его инстаграм, ставьте лайки. И я забыл, подпишитесь еще на мой инстаграм. Не забывайте заходить на сайт Hellride и покупать там запчасти. And again.